командир батальона. Так, сколько человек у вас всего? 22. Тут 18. Тут 18. 18. 18. 18. И два ИД. А где еще два? Два раненых и один командир взвода. Два раненых, один, кто с ними остался, блядь, подтаскивает, и один еще пошел. А медик еще там, да. Наш медик. 22 или 22. Ну, два человека, Юра. Какую задачу вы получили? Какая задача у вас стояла? Зайти сюда. И потом? Не знаю. Ну как не знаю? Я в конце колонны шел с Брэмом. Собирал технику. Все хорошо. Что хотите домой передать? Россию вашу. Что Путин и правительство нас призвало. И все? И что, они пусть сидят там и что, носу ковыряются? Сюда никого не пускали, детей особенно. И слава Украине. И слава Украине. Не, не ну, а слава Украине.